Алға Қазақстан партия, мы цели наши ясны всем, мы везде озвучиваем. Я просто хочу обратиться к народу Казахстана. Нам всем надо избавиться от мысли, что кто-то за нас придет и решит наше благополучие, займется нашим благополучием. Никто, кроме нас, только мы, став активными, принесем изменения в эту страну. Казахстан будет свободным благодаря таким людям, активным людям. Алға Қазақстан!